нардепы должны обсудить 23 закона. А что еще любят обсуждать народные избранники? А прямо сейчас у них и узнаем. Пойдем. О чем чаще всего говорят мужчины? Краще вам цього не знати. Ой, це таке говорить неприлічне. Три теми, я думаю. Жінки, гроші і політика. Ну, ясно, що говоримо про дівчат, про щось там своє особисте, про те, про що цікаво. Футбол. Динамо, Манчестер Сіті. Ми програли, потім, ну, коротше, не веселий був футбол, тому мужчини, що вони можуть обсуждати? Москалів. Анекдоти розказували, по Савченко матеріал, о лошадях, о басейнах, всього понятно, такий вінігрет. Ну, чаще всего все-таки женщин. Це от головне питання, на яке ми говорюємо з друзями. Я в компанії, скажімо, молодих чоловіків, тому безумовно тут думаємося про те, одружуватись чи не одружуватись, на кому одружуватись. Ви хочете жениться? Да, безумовно. Це... А яка должна бути от дівчинка, щоб вам понравиться? Ідеально. Вот вы смотрели фильм «О чем говорят мужчины»? Нет. Не смотрели? Посмотрите, очень такой смешной фильм. Там был очень прикольный такой смешной момент, когда они едут в машине вчетвером, четыре друга, мужика такие. Проходит год, она мне через год пишет: «Снег пошел». Ну не су***! Жизненно. Конкретно что вы обсуждаете в женщинах? Вот когда вы говорите конкретно, про женщин? Конкретно все. Ну вот мы, женщины, мы можем обсуждать это разные, да, всякие такие вещи. И даже, скажу вам больше, интимные какие-то подробности. У нас часу на це, на жаль, немає. Так прямо, чтобы это была основная тема, нет. Ну да, периодически да. Логику жіночі дуже люблять все обговорювати. И что, вы что-то понимаете? Ну не. Знаете, мужчины могут обсудить что? Только... формы. Вы сами понимаете, да? Посмотри, какая у нее... Глаза. Да, понятно. А интимные подробности обсуждаете? Я вже глибоко женатий люди, тому ж ми ж не обсуждаємо. А жон обсуждаєте? Рідко вже. Думаю, це недоречно, неправильно, і собі це не можу дозволити. Моя, представляєш, вчора там плохо приготовила, або моя там... Якщо твоя плохо приготовила, пойди саме приготовся. Я, знаєте, я от прихильник, до речі, тези, що найнепристойніші розмови – це розмови між жінками, коли їх не чують чоловіки. Хорошо, если какой-то ваш друг, мужчина, начнет обсуждать свою женщину, вы сделаете ему замечание? Я считаю, это его право, и это покажет его уровень, то есть как бы уважение к его женщине. Если это беспідставно, они не имеют права вообще. Краще промолчать, чем что-то сказать. Или хорошо, или ничего. Вот как одним словом можно такого мужчину назвать? Я кажу, один лидер фракции, скотиняки, мабуть. Ага, я поняла. Мужчина, который обсуждает женщин в кругу, это значит, они какой-то такой слабости. Слабый. Да. Не джентльмены. Не чоловіки. Это мужчина, баба. Мужчины, не обсуждайте своих женщин. Вы с ними лучше беседуйте, любите их, дарите им подарки и заставляйте их, чтобы они радовались и улыбались каждый день.